Собираемся на лодке поплыть вот на этот дальний остров, где видим маяк. Вот она. Не знаю. Погода хорошая, волн больших нет, так что мы, наверное, сейчас пойдем договариваться о перевозке на лодке на остров. Окей. Мы все, трогаемся. Вот так, вы сейчас проверите. У нас лодка есть. С нами ребята из Индии. Все, поехали. Задним ходом пройдем. Окей. Поехали на маяк. Подъехали к острову, сейчас будем швартоваться. Местные здесь купаются, вон у них здесь палатки стоят. Нам на какое-то время там скажут? Нет, сейчас договорились. Они швартуют нашу лодку. Он с нами будет этот парень. What is your name? My name Chami. Chami. Chami будет сопровождать нас по острову. Our guide Chami. Окей. Вот на острове мы сейчас. Вот такая здесь красота. И опять высокие-высокие пальмы. Высоченные пальмы, просто даже не знаю сколько метров, такие пальмы. Шами нам рассказал, что во время цунами 2004 года ему повезло, он спасся, так как успел залезть на высокое дерево. Вся его семья погибла, но и также погибли многие его друзья. Это бычок. Это бычок, а, бычок. Это бычок. Из Плюмерия? Это Плюмерия. Высоченные кокосовые пальмы, белоснежный маяк и вот такая красота.
О, красивый вид какой. Да. Подошли к этому маяку. Возможно, сейчас поднимемся. Раньше это кухня, типа ресторана. А дальше англичане остались на этом острове. Вот была у них здесь кухня. Да, в этом здании. Надо подняться наверх. Так, ступеньки. Еще заплатили за это деньги. Вот такая здесь аппаратура на маяке установлена. Вот. Надя, ну как тебе подъемчик? Ну так, сложненько. Даже Юля вот почувствовала. Нормально? Ну пойдем наверх туда. Конечно, отсюда вид потрясающий. Красиво, beautiful. Вот мы на маяке. Вот он сам маяк, вон она лампа главная. По вечерам он горит. What? Будда статуя. Небольшое видео нашего великого города. И вон там вдали виден храм. И Будда 60-метровая там стоит. Попробую приблизить, правда здесь против солнца, не знаю, получится или нет у меня. Я думаю, вот. Вот такая это красивая панорама здесь. Ну и там где-то наш отель. Затем маленьким островом. За пальмой его не видно. Находится наш отель. Крыша вон видна. Виден здание, в котором раньше была английская кухня. Здесь англичане на этом маяке жили и работали. Это вот с другой стороны маяка, такое красивое море. Не зря приехали, да, Надя?
Turkish book. I see. Yes, I make movie just now. Fishmans. Давай. Давай, друг. Давай, друг. Давай, друган. Друг. А Юрь, ты тоже становись. Давай. Да. Сейчас я вспышку сделаю, подождите. Вспышку. Флаш, because флаш. Блин, как назло не получается. Давай. Она видео пишет. Все. Спускаемся с маяка. И подъем, и спуск, и фотосессия. Классно. Устала? Нет, не устала, просто впечатлений очень много. Осторожно. Юля, тебе понравилось? Да. Классно. Классно. А тут есть вода? Окей. Побежала. Экскурсия закончилась. Все посмотрели, что нужно было. Здесь больше нечего посмотреть. Красивые виды. Вот эти деревья, которые поломаны. Их сбило большими волнами. Недавно был мощный шторм, и вот так посрубало их здесь. Black. Господи, это у них тут собрание, наверное. Такое количество. О-хо-хо-хо-хо. На пальму сели, себе и каркают. Ворона на пальме смешно, да? Ага. Они тут живут. Это любимое место. Идем к нашей лодке. Внизу наши новые знакомые ребята из Индии. Молодая семья, наверное, 45 и ей 35. У них маленький ребеночек. Заодно зацепиться, вот он очень осторожно едет. Только что приехали с острова. Вот сейчас пивка попьем и пойдем на пляж. Сегодня прекрасная погода. Вот. И у нас в отеле спокойно, тихо, народу мало. Классно.